Всем огромный привет! Сегодня поделюсь с вами вкусным рецептом шашлыка из курочки. Если готовлю куриный шашлык, то только так и только из этой части. Шашлык из курочки получается сочный, вкусный и очень быстро готовится. Для его приготовления я всегда беру филе куриного бедра без косточки и без кожи. Два килограмма филе куриного бедра я хорошо помыла, обсушила, выкладываю в миску. Добавляю соль и черный перец по вкусу. У меня курочка была небольшая, поэтому бедрышки тоже небольшие. Если куски крупные, то можно разрезать их на две части. Далее добавляю паприку, тоже все по вкусу, щепотку сахара, лучок, 3 средних луковицы я нарезаю перьями, добавляю к мясу, а также майонез, примерно 3-4 столовые ложки. Хорошо все перемешиваю и оставляю курочку промариноваться до следующего дня в холодильнике. На следующий день обжариваю курочку на углях с двух сторон. Удобнее всего жарить ее на решетке. На время жарки у меня всегда уходит 15-20 минут. Обязательно попробуйте приготовить шашлык по этому рецепту, а в комментариях напишите, понравилось вам или нет. Если это видео было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых вкусных встреч!